Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня я хочу приготовить для вас очень вкусную закуску из баклажанов. Я не знаю, любите ли вы баклажаны, но я баклажаны обожаю. И вы знаете, в этом году я почему-то переключилась на салаты из баклажанов. Очень вкусный салат с креветками мы уже готовили. Вы у меня на канале много найдете. И вот сегодня я хочу вас познакомить с закуской, которую я называю «Баклажановый рай». Вы не представляете, как это вкусно. Для нашей закуски нам потребуется 1 килограмм баклажанов, морковки 3-4 штучки, 2-3 перчика и пару луковичек. Для начала мы с вами берем, я уже промыла баклажаны и нарезаю баклажанчики вот так, приблизительно по сантиметру. Буду выкладывать в емкость. Затем я наши баклажаны подержу немножечко с солью вместе, для того, чтобы баклажаны отдали всю свою горечь. Вот, я так всегда делаю, либо с соляным раствором надо заливать баклажанчики, либо просто посыпать все солью и дать постоять буквально минут 15-20. Черная горечь выйдет, и затем мы будем с вами баклажаны уже обжаривать. Ну вот так, таким образом. Теперь я беру соль. Необходимо взять соли. Одну чайную ложечку. Вот так сверху присыпаем. Вот таким образом переворачиваем. Ну и дальше я дорежу сейчас все баклажанчики и перемешаю вместе с солью. Пока баклажаны отдают свою горечь, я займусь овощами. Сначала морковку я уже почистила, помыла. И теперь натираю ее на крупной терочке. Вот такая должна быть морковка. Далее. Лук. Нарезаю. Вот на такие полукольца. И перчик нарезаю вот на такие дольки. И таким образом я режу все оставшиеся овощи. Ну что, начинаем жарить баклажаны. Я уже на разогретую сковородку налила масло. Масло у меня достаточно уже нагрелось. И я выкладываю баклажаны. И буду обжаривать все баклажаны с двух сторон до золотистого цвета. А пока жарятся баклажаны, я на другой сковородочке уже начну обжаривать овощи. Выкладываю морковь, лук, перчик. Все, процесс пошел. Баклажаны с одной стороны готовы. Переворачиваю. И обжариваю с другой стороны. Овощи слегка присаливаю и помешиваю дальше. Ну
что, овощи все готовы. Останется теперь только нам все собрать в кучу. Для начала мы с вами будем готовить заливочку, которой будем поливать все. Я взяла 9% уксус и добавляю уксуса 2 столовые ложки. Готово. 2 столовые ложки уксуса 9%. Затем добавляю 2 столовые ложки воды. Затем добавляю сахара 2 столовые ложки. И соли 1 чайную ложку. Вот так будет достаточно. Все хорошенечко я перемешиваю. И теперь сюда добавляю чеснок. Чесночка я взяла, ну, вот столько, на ваше усмотрение, где-то 4-5 зубчиков чеснока. Я пропускаю чеснок через чеснокодавку. Чесночок придаст особую пикантность, аромат нашему баклажановому блюду. Закуска получится просто отменная. Очень вкусная, насыщенная овощная закуска. Так, и последний чесночок пропускаю. И все. Все, готово. Так, перемешиваю еще раз. Все объединилось. Ну а теперь буду составлять все блюдо. Итак, я беру красивое блюдо. Давайте вот так. Беру красивое блюдо и начинаю потихонечку выкладывать. Первый слой — это у меня будут баклажаны. Так, выложила. Теперь следующий слой — это будет овощная подушечка. Вот так. Отлично. Следующий слой — зелень, петрушка, укроп. Ну, смотрите, какую вы любите зелень. Для меня чем больше зелени, тем лучше. Я очень люблю зелень. Следующий слой — мы нашу заливочку вот таким образом. И дальше все повторяем. Слой баклажан. И слой овощей, слой зелени и слой заливки. Вы даже не представляете, какая это будет вкуснотища. Так, овощи. Зелень. И слой заливки чесночной. И так продолжаю дальше. Ну вот и все готово. Вы только посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Теперь мы это блюдо ставим в холодильник на 6 часов. И через 6 часов, когда настоится наша закуска, можно кушать и наслаждаться вкусной едой. Приятного аппетита и до новых встреч, мои дорогие. Всего вам самого-самого доброго.